12 августа 2015 года. Тут вот мы работали на пруду и нашли еще внизу шершней. Сейчас поливает бензин. А где это все? Положи иди по крышку туда. Рядом. Сергей Пупков и Игнатий Иванович. Я не вижу. Ты понял где? Вот щель. Вот туда вот ты трещишь. Вот трещи. Понял? Не ошибись. И сразу отбегай в сторону. И бери по крышку и туда в сторону встанешь. Види, вода исчезла. Все, закрывай быстрее. Закрой, покрышка, убери ее дальше. Вчера мы тут наткнулись, посмотри, сколько мы тут. Подойди пока. Сюда, Сергей, вон они тут. Вот, видишь? Сколько мы здесь набили лесу. Вот это не, все это ненужное. Пни помогли испилить. Сюда принесли. Вот Сергей сейчас принесет, подготовит воды, чтобы затушить, когда прогорит. Пока ведро поставь там, палочку возьму назад. Ласточки уже трудятся с утра. Поставь его прямо. Хорошо, закрути еще, перепроверь. Вон туда. Вылетели. Вон они летают один. Видимо, щель идет намного ниже. А вниз туда не попал бензин. Вон оно где. Вот. А где он летит? Где? Никак невозможно подойти. Борьба тут никакая, тут не поможет. Это только так, огнемет должен быть. Не все можно стянуть. Когда она туда пройдет. Они полезут вверху. Один только выскочил, где-то, видимо, на страже стоял. Гореть нечему тут, как будто на самом деле огонь это такой по одной искре, вон она падает, там ничего не загорится, там все сырое. Я думал, вы забыли сегодня, думаю, а вы помнили вчера еще? Ну все, а я встал в 3:40 до. Темно еще, но чуть-чуть рассвет начался. Нет, думаю, прилягу еще. Вчера уже ложился, думаю, помнят ребята или нет. И засиделся тут с компьютером, прослушивал свои ролики. Там заходят некоторые. Я не ожидал, такая ненависть к Александру Меню выплеснулась вчера через этот ролик. Я их сразу в черный список занес там один. Такой-то митрополит писал о нем,
такое-то, что это засланы специально в православие разрушать жидяра там. То есть люди ничего не примеряют к себе, ничего нет. Он только то, что кто-то сказал, плохо. Вот все это для него главное. И он спокойно лег спать. У меня одна такая была, она себя Адарка называла. Ну и всякую гадость, просто ругательные слова против Даниила Сысоева. Но я ее оставил, чтобы видели-то. Проходит год, кажется, больше года. Как прорвала ее, она заходит, я такая-то о себе пишет, я тогда писала вот это, я прошу вас Христом Богом, уберите, что я написала. А что я буду убирать-то, нет? И она вот каждый год заходит, и я ее не закрываю, чтобы она не доступ имеет. Думаю, считай, смотри, ты увидишь тогда, кто такой Даниил. Да падла такая, да еще раньше не зарезали, да вот такой вот. И вот проходит время, и меняется все. А ей это необходимо, чтобы она знала, что да, есть. Все. Черепица все еще с крыши падает. Вот так. Сегодня вот сыро. Мы посмотрим, как. Если дождь будет, мы никуда не пойдем. Дальше, а если будет? А если будет, мы зайдем с той стороны. Ему сейчас тележку взять не забудь только привезти. Тележку. И сразу шифер нагрузим. У Павла было. И тут поискать где-то надо. Он сказал, где у него находится шифер. Так, смотри, вплотную подходит. Откуда-то вылазит. Видать, он, посмотри. Уже два летает, даже три. Ну, а крылья-то опалять будет, близко-то не сунется. Видишь? Угу. Вон. Два летает. Тушить нельзя сейчас. Она должна там гореть, а не даже жаром. Видишь, к низу. Они пытаются туда. Может быть, на помощь спешат тем. А кого тут? Опасно, когда высоко, внизу нигде нету. Если внизу нашел, а вверху не нашел, тут проще, огонь идет кверху. Но вот это вот, что сейчас есть, это мы не знаем там, что у них. Может быть, действительно внизу там еще. Но это немного. Должны были бы больше вылететь. Два или три всего. И мы по тому краю, где вчера были, не углубляясь, а только давало пройти бы вот это. Прийти, конечно. Ну, сырая трава. В резиновых сапогах, наверное, надо будет. Вон мы где. Мы рядом прям с этим. Можешь показать эту местность, где мы находимся. Вот сегодня, сейчас сколько времени? Так. Пол шестого. Ну пока мы тут собрались, взяли, сейчас батюшке это завезу. И все. Можно было бы оставить, а пусть горит. Но она горит, может, далеко. Так. Ну что, Володя, все. Езжай с Богом. Готовь завтрак. Вот.